Ящик из капусты, наверное, для суп. Ирвинг, малыш Танен. Думаю, он выронил это, когда убегал. Она пустая, как обычно. Эй, Эйни, возьми след. Молодец. Не думаю, что Док и Танен голосовали за Гувера, Эйни. Ладно, ладно, я проверю. Кнопка? Отлично, Док, а вот и я. Корлеоне? Что ты тут делаешь? Не обращай внимания, иди сюда и помоги мне избавиться от этого вони... Эдна? Я заметал следы в бесплатной столовой и видел, как она закладывала динамитные шашки. Скорее всего, Саган тут ни при чем. Я проводила расследование, кретин! Расскажите это святому Петру, сестренка. Эй, что все это? Паркер! Танен, ты арестован. Грохни его, парень из Сакрамента. Я не могу этого сделать, малыш. Что? О, я понял. Почему бы тебе не отпустить мисс Стрикленд и покончить с... Эй! Вы только посмотрите! Берегись! Сдавайся, Танен! Ты окружен, все выезды из города перекрыты, все кончено! Кончено? Ничего не кончено, пока так не решил малыш Танен! Не делай хуже самому себе, Танен! Эй, Танен! Заткнись и сдохни, крыса! Ух ты! Боулинг для Танена. Никому не позволено шутить. Эй, малыш! Получай, обманщик! Эй, придурок! Вот тебе за придурка! Эй, Танен! Заткнись и сдохни, крыса! Эй! Молодец, девчонка! Ты что, стреляешь в меня? Я? Ты стреляешь в меня? Ты... Эй, малыш! Ха! Это не настоящий пистолет! Да, правильно, совсем забыл. Тогда я лучше избавлюсь от него. О, черт! Он уходит! О, нет! Да. Нет. Вот. Как новенький. Смотрите-ка. Танен? Это же судейский сынок. Вот что, Паркер. Мне нужна быстрая машина и пустая трасса до Невады. Или я прикончу сынка Брауна. Док. Марти. Док? Да, это я. Я говорю с тобой по радио, которое мой юный двойник установил в салоне реактомобиля. Что у вас там происходит? Ничего хорошего, Док. Трикси и Паркер сделали свое дело, но теперь малыш держит тебя... Святые угодники! Я не шучу! Постарайся заманить малыша в машину. Подай мне сигнал, когда он будет внутри, и я обо всем позабочусь. Как я... Ты! Эммет! Это же ты во всем виноват! Я должен был догадаться.
Ай! Док, давай! Какого черта? Нет! Саган! Отлично! Вот что бывает с теми, кто связывается с Карлом Саганом. Ирвинг Танен, вы арестованы за похищение людей, покушение на убийство, уклонение от уплаты налогов. Ну и еще за вонючесть. В уклонении от уплаты налогов? Ты что, оглох? Федералы уже обрыдались от счастья, читая записи Трикси. Трикси? Это тебе за убийство, Арти, скотина! Что? Я не... Трикси? Арти? Правильно, дедушка. Бедная моя машина. Мне кажется, я обязана извиниться перед вами, мистер Браун. Ваше нелепое изобретение помогло отправить за решетку самого отъявленного негодяя Хилвелли. Не нужно извиняться, мисс Стрикленд. Мой реактивный автомобиль спас положение, но лишь благодаря своей неисправности. Мне нужно придумать что-нибудь новенькое. У меня есть несколько предложений, если, конечно, вы захотите меня выслушать. Но сначала, я думаю, нам стоит сходить в кино. Я полностью в вашем распоряжении, мистер Браун. Я думаю, вам понравится. Оно великим ученым с чрезмерной гордыней. Фу. Давай, Эйни, поищем Дока. Спасибо, что разрешил порулить Делорианом. Это круто. А сейчас ты точно уверен, что все идет нормально? Абсолютно. Малыш отправился в тюрьму, Эммет собирается в кино на Франкенштейна, а к 86-му году здесь не останется ни следа от банды Танненов. И на этот раз мы не забыли про Эйнштейна. Рекордное падение уровня преступности в Хелвелле. Если не обращать внимания на то, что дедушка обнимается с Трикси, можно спокойно возвращаться в... Не возникает ли у тебя ощущение выпадения из реальности? Нет. А поскольку твоему отцу предстоит родиться лишь через 7 лет, давай не будем отвлекать твоего дедушку от его невинных развлечений. Развлечений? Так вот, чем вы с Эдной занимаетесь. Понятия не имею, о чем это ты. Эммет и Эдна собрались сходить вдвоем на Франкенштейна. Странно. Святые угодники. Что? Нам нужно возвращаться. Останови машину. Может случиться катастрофа. Док! Делся, док. Не волнуйтесь! Ой. У нас все под контролем! Док? Мартин Макфлай, 18 лет. Ладно, док, посмотрим, в какую альтернативную реальность я угодил на это. Отец Джордж, мать Лоррейн. Хилвелли под руководством гражданина Брауна преобразился просто до неузнаваемости. Программа перевоспитания? Что за черт? Пожалуйста, не ругайся, Мартин. Мне от этого становится слегка неуютно. Ни единого выговора до сегодняшнего утра. С меня хватит, Макфлай. Я не собираюсь встречаться с таким лопухом. Моя девушка решила, что я лопух? Напрашивается очевидный вопрос, Макфлай. Что с тобой случилось? Господи, док, что случилось с тобой?